Первый раз ездим. Это серьезно, да. Буквально на прошлой неделе еще был, когда с проверкой. Мы не могли здесь проехать, у нас еще работы велись. Исторический момент для представителей городской думы. Впервые, пусть и в микроавтобусе, едут по новому путепроводу, строящемуся на 624-м километре трассы М5. Депутаты решили посмотреть, как идет возведение важной для Пензы транспортной развязки, стоимость которой 1 700 000 000 рублей. Мост идет строить с опережением графика. Вообще открытие у нас предполагалось 25-26 год, но открытие будет на следующий 24 год. Постараемся его весной открыть. Протяженность четырехполосного путепровода 105 метров, плюс подъездные пути. Самая трудоемкая работа – вынос существующих сетей, забивка опор, переход через трассу – выполнена. Теперь формируют дорожное полотно. В качестве асфальта и работу у вас вы делаете, да? Плюс там... Но требование ГОСТа, оно как было, так и есть. Соответственно, и предъявляются ровно такие же требования, как бы, к сезону. Поэтому мы предпринимаем все мероприятия, сушим, готовим, специализированные добавки применяем. Благодаря строительству этой развязки жители Зари в будущем смогут без выезда на федеральную трассу попасть в свой микрорайон. Кстати, туда и направляются депутаты. По пути выходят, чтобы посмотреть, где сойдутся дороги, существующие на Черничной и новые. Здесь будет поворот, разворот, расширение дороги. Соответственно, светофор здесь будет установлен и будет здесь заезд. В целом, в общем-то, как бы по дорогам я остался доволен. То есть дороги делаются, идут они по плану. Есть некоторые отставания, но они уже на других участках они уже выравниваются. Поэтому я думаю, что все будет вовремя, все хорошо. Главное, чтобы финансирование нам шло. И с федерального бюджета, ну, с регионального и местного мы здесь уже сами как бы будем регулировать приверстки бюджета. В транспортную инфраструктуру Зари вкладывают немалые средства. Так же, как и на реализацию другой программы по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда. В рамках ее очередного этапа должны построить 8 многоквартирных домов. Четвертый из них готовится к сдаче. Батарея горячая даже. Да. А я зашел, тепло. Да, в принципе, тепло. Батареи теплые. То есть они все с балконами так же, да? Да, все с балкончиками. Трехкомнатная квартира, да? Двухкомнатная. Да, двухкомнатная. Для семей с детьми, которые сюда переедут, строят школу. В планах и возведение еще одного детского сада.